Dovolte mi predstaviť vám pána profesora Arkadia Petrova, ktorý má jedno z momentálne z najzaujímavejších učení, s akými som sa stretla. Ostatné bude v titulkoch, pretože sa budem snažiť hovoriť po rusky. Všetci, čo viete po rusky, odpustíte mi moju školskú ruštinu. A vy govoríte o tom, že my ľudí môžeme byť Bog i človek. Môžem rebotať na svojej realite. Môžem Ну как это возможно сделать? Но когда-то человечество жило в пещерах и ходило в шкурах. И расскажите тому человеку из этого пещерного века, что может быть вот такой век с телевидением, самолетами или чем-то еще подобным, он вам скорее всего не поверит. Я вам сейчас тоже рассказываю о, то, о вашем будущем, о том, что вы можете, а вы не всегда, к сожалению, верите. Но уже верят. Уже много людей верит, а возможно сказать, что это будет как а с обезьяном, что когда сто обезьян сделает что-нибудь, так это идет как доминоэффект. Поэтому уже все люди начинают верить. Ну, в общем-то, да. Эффект сотой обезьяны здесь тоже имеет место, потому что кроме индивидуального сознания человека, есть еще коллективное сознание человечества. И здесь с ним тоже надо работать для того, чтобы оно выстраивало новую реальность жизни. Но эта новая реальность жизни ведь прекрасна, позитивна. И она не только в словах, которые мы говорим, она еще и в делах, которые мы э, уже можем предъявить. Например, э, когда люди с четвертой степенью рака, которые во всем мире не лечатся, у нас уже несколько десятков случаев, когда такие люди благодаря этим новым знаниям были спасены, и это медицински зарегистрировано, и сами люди живы-здоровы, можно их спрашивать о их состоянии, и много-много других подобных случаев, в том числе регенерации органов, это уже сотни случаев. Так что это все развивается в мире, и все больше и больше становится и сторонников, и фактов. Но тяжело верить в бессмертность, верить в то, что не будет болезни. Это возможно сделать только через ваши курсы? Или есть люди, у которых есть талант такой, что они изучаются одни? Или как? А вам не очень трудно верить в то, что Бог бессмертен? Да. Вы Нормально. А вы верите в то, что мы по образу и подобию созданы? Ведь не зря, не зря же это в Библии написано. Да, но все верим, но это такое, что... Да, я верю, ну. Но вот это как бы... Че, вот это ну, оно и мешает этому совершиться. Вот когда мы будем просто верить, ведь тоже не случайно в Библии сказано, вере дается. Вот всем сердцем, всей душой верить, и все получится. Каждому. Каждый может. А вы верите в судьбу, в вашу судьбу, в судьбу каждого человека? Судьба должна быть э, у человека, который не умеет управлять своей жизнью. Потому что события как-то должны же случаться, правда ведь? Не может же быть, в общем-то, без какого-то управления, хотя бы автоматического, хотя бы запрограммированного. Вот. А если люди науч научатся управлять своей жизнью, то судьба-то не нужна. Судьба не нужна, и карма тоже не нужна. Ничего такого не будет. И ничего такого не будет, потому что люди будут управлять со всей ответственностью за свои поступки, за свое управление реальностью этой жизни. Ну, все будут хотеть ребята, которые будут очень умные, красивые. А ничего не будет в мире такого, как теперь, что нога болит ребенка, или он маленький и не растет, или что-нибудь. А вы мир в каких границах видите? В границах планеты Земля или пошире? также надо нам посмотреть выше, да, нет границ к планете Земля. Конечно, в космосе столько работы, что скучно никому не будет. Всем найдется дело. Всем найдется дело. А у каждого будет дело, у кого-нибудь будет тяжелое, и у других легкое? Это во многом э, будет зависеть от самого человека, к чему он стремится. Многие люди ищут тяжелых дел, а многие ищут полегче. Кто-то ищет умственную работу, а кто-то совсем другую. Ну, кто чего ищет, тот и найдет. А что будет с эгом? Не будут все люди хотеть быть молодые, очень красивые. Ничего не будет, старший человек не будет, ребенки не будут. Все будем 30-40 лет, и все будем красивее. Вы, да, будете все очень красивыми. Будете, конечно, молодыми, потому что люди всегда стремятся быть молодыми, энергичными. И дети, конечно, будут, но это будет немножко уже не та семья и не тот тип семьи, к которому мы привыкли. И не та жизнь. А почему очень хорошо быть бессмертным? Здесь на Земле вы говорили, что вы работаете на этом, чтобы вашу маму воскрес... воскресили? Ну, я думаю, что ответ -то вам тоже понятен. Почему хорошо быть бессмертным? Потому что сбудутся тогда любые ваши мечты. Сегодня у вас одни мечты, завтра другие, а послезавтра вы еще и не знаете, какие возникнут. Но в состоянии бессмертия все мечты подлежат реализации. Даже те, о которых вы сейчас не знаете. Ну, хорошо. А сколько лет это будет? А, а, через, через сколько лет это будет, по вашему. Да вообще-то это уже в настоящее время происходит. Да, ну в маленькой, маленькой мере. А когда это будет так, что каждый человек... Исходный период будет до 36 -го года. До 36 -го года? Это, это, немного. Это я буду жить, не? У вас 70 лет, да вы очень хорошо. вас взгляд очень хороший. Что вы сделали? И возможно сказать людям вообще, что когда только одна целка, одна цел клетка начинает работать, что все работает, я это не поняла. Когда начинает работать в режиме молодости хотя бы одна клетка, для чего ей надо восстановить теломерное окончание, это на такие усики с сечениями на конце хромосом. Вот когда она начинает так и работать, она заражает, если можно так сказать, своей молодостью все остальные клетки. Они... Берут ее опыт, что надо восстановить хромосомы, тоже их восстанавливают и от этого становятся бессмертными. На самом деле сейчас в мире уже есть бессмертные клетки. Но, к сожалению, они онкологические, раковые. Раковые клетки умеют продлевать свою жизнь бесконечно. с человеком. Но надо учиться. А почему бы не поучиться даже у раковых клеток? Ну да, а хорошо, но есть возможность этого, что теперь в этих в этих час, в этом времени, в котором мы живем, что уже теперь возможно одну клетку у каждого человека сделать, чтобы она как молодая жила. Все это можно сделать, но делать должен сам человек, а не за него. Не за человека да? должен кто-то это сделать, потому что это мы как раз от чего хотим избавиться, от паразитарного мышления. Да. Если за вас кто-то делает, это проявление паразитарного мышления. А если вы сами делаете за себя, значит вы создатель. Созидатель. Но надо учиться. А вы, а вы можете сказать... Как научиться это сделать? Как изучиться? Как меня учили, так и я передаю. Я передажу эти знания. Я же их не прячу в какой-то сундук, не вешу на него какой-то замок. Все эти знания открыты для каждого человечества. Человека. Кстати, в истории человечества уже был такой период, когда были очень серьезные знания. Например, знания атлантов, которые жрецы замкнули в пирамидах не делились с народом, ну, в том же Египте, например, древнем. И что? Какое процветание Египта, в котором когда-то были такие великие знания? Да, но они, они все погибли, поэтому что там было что-нибудь большое, эго или что? Потому что знания нельзя замыкать. Если вы поэтому погибли. Если замкнули, да, то вы проявили эгоизм. Если эгоизм, то вы э, как бы разрушили самого себя в том числе. Но когда все будем, то, что мы будем думать, это останется, э, так это возможно, когда кто-нибудь будет большой эгоист, он так будет война или будет болезнь. Когда возможно воскресить человека, возможно его и убить через мысль, нет? Конечно можно. Например, Моисея. Если вы помните он эту историю, что он э, надсмотречку убил, да? И пришлось бежать из Египта. И никто даже не обращает внимания, кем был Моисей. Он же был принцем Египта. Но подумаешь, какой-то надсмотрщик, кому до него какое-то дело есть. Доплевать да их там тысячи. А это принц. Дело не в том, что он убил надсмотрщика, а в том, как он его убил. Вот вы сейчас подошли к правильной идее. Он убил его мыслей. Это было тайное знание, которым он был, как принц Египта, был обучен. Его обучали в пирамидах этим знанием. А вот там как раз действует закон, он приносит клятву, что если он эти знания применит на виду у других людей, и они увидят это, то он должен умереть. Вот почему он бежал. Потому что нарушил клятву. То есть он убил его мыслью на расстоянии. Так что надо читатьмиты и эти сказки и там там есть правда там конечно и очень много правда но ее не прочитаешь без ясновидения или без яснознания это или еще есть такое понять как ясно чувствование тоже есть... так не прочитаешь библию вы так не прочитаете библию об ыденном сознании поэтому нужно другое сознание вот то что мы например в на наших занятиях даем, мы же открываем ясновидение буквально за несколько дней людям. Три-четыре дня, и большинство людей из тех, кто приходит к нам на занятия, становятся ясновидящими. Ведь раньше, если в городе там был ясновидящий, то его как -то, так бы по городу и называли. Ну, например, я не знаю, там какая-нибудь Любава э, Брновская, Барн, да? Потому что это был бы единственный экземпляр какой-нибудь э, на всю эту местность. А сейчас мы вот, приходит вот 100 человек, из них человек 60-70, через 3-4 дня станут ясновидящие. 70 человек из 100 будет да, ясно видно. Ну хорошо. Да, вот у нас сидит методист здесь, э, наша Наташа Золотарева, она это делает прямо, и не только она, это многие делают, наши, так сказать, специалисты. Ну а почему не пишут у вас в газетах, еще раз, почему вас не пишут в газетах и почему ваши книги. Если обо мне будут писать в газетах и распространять мои книги, те люди, которые сейчас сидят у власти, им надо будет отдать власть. Вы понимаете, это или нет? Это новая реальность жизни. Они, как псы, охраняют да, вот, годами созданное имя свои пьедесталы, пьедестальчики, свои троны и трончики. А здесь деньги. деньги, которые при них, конечно же. Они готовы 10 раз умереть, но лишь бы сундук с долларами остался при нем. Ну, а из этого выходит, что опять будет это только для некоторых людей, не будет это для всех людей? Ну, для тех людей, которые предпочитают сундук с долларами, это не будет. Но это их выбор. Они но... выбирают а то что эта реальность будет это даже как говорится и к Бабе Ванге ходить не надо <laughs> и все понятно и так. Вы очень красиво говорили но красиво 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 говорили но это нехорошее вы говорили что Баба Ванга сказала что с Европей, с Европеей с Европеей будет вы говорили что с Европеей будет тяжелый она это сказала не потому, что она такая злая, она это сказала потому, что Европа такая глупая, что не видит вот этих очевидных вещей. То есть, понимаете, она, она предупреждает, а уж воспользуетесь ли вы здесь в Европе ее предупреждением или не воспользуетесь, это ваше дело. Но она четко сказала, 16-й год, то есть это да. совсем, совсем рядом, вижу Европу холодной и пустой. То есть она будет замерзать, потому что сейчас некоторые товарищи здесь у вас в Европе, которые, так сказать, не могут никак отцепиться от американского так, да. патронирования их и делают все, как им говорят. Они не видят, что если вот сейчас перекроют эту украинскую трубу, а ее перекроют, потому что там война, и война очень серьезная. И Европа останется без газа. То есть она остается холодной. Если она остается холодной, она будет и пустой. Понятно, что люди побегут, потому что ничего, все же полетит. Дома, предприятия, все замерзнет. Все... Возможно, что-нибудь сделать? Говорите о коллективном уме. Да, вы можете собраться, включить ваш коллективный ум, через ваше же телевидение обратиться к людям и сказать, люди, мы должны тоже проявить свою волю. Нам нужен этот газ, раз его дают это спасение, и очень глупо следовать американским указаниям и не брать его, потому что кому-то в Америке это не нравится. Но мало ли кому чего в Америке не нравится. Ну, вы видите, когда все там изучаться, видеть, скажите. Что вы думаете? Будет так, что будет холод, или будет так, что люди будут думать? Если вы предпримете, так сказать, самостоятельное решение и найдете выход из этого, то это предсказание можно изменить. Потому что еще Нострадамус тоже говорил, он тоже очень много чего сказал, и очень такого печального и негативного, но предупредил, что человек может все это изменить, люди могут изменить это, и он это да, говорит для того, чтобы люди услышали об этом угрозе и преодолели ее. Ну хорошо, в Библии говорят, будь воля твоя, Бога, и теперь вы говорите, будь воля моя, людей, как это. В каждом человеке Бог. И воля твоя, и воля моя должны совпасть в резонансах. То есть мы должны хотеть того, чего хочет Бог. Потому что, а Он тоже хочет того, чего хотим мы. Он хочет нам всегда помогать. Понимаете? Если мы начинаем мыслить позитивно и строить будущее позитивное, то Бог всегда с нами. И наша воля становится Его волей. Потому что он тоже этого хочет. Потому что в этом-то и заключался план. Чтобы люди наконец-то стали не разрушителями, а созидателями Поэтому и говорится, что Бог — это любовь? Да, Бог — это любовь. И есть гравитация любви, притяжение. Это самая могучая сила космоса. А как возможно в этих... В этом времени, в котором мы живем, и телевидение, и газеты, и все нам говорит страх и все такое, как возможно открыть сердце и не бояться открыть сердце. Вот вы говорите, газеты и все такое, то есть о телевидении, которое вы представляете, но ведь вы его представляете. Придите на ваше телевидение и расскажите от своего сердца, что вы услышали, что вы поняли, что вы приняли. И постарайтесь это объяснить другим людям. И тогда через ваше телевидение десятки сотни тысяч людей задумаются над, над тем, о чем они в общем-то пока еще и не думают, но они задумаются, и как только у них в сознании возникнет вот этот большой вопрос и начнется поиск каких-то ответов на этот вопрос, тогда мир начнет тут же меняться. Он сразу начнет меняться, потому что сотни тысяч людей начнут об этом думать. Но это будет чудо. Что будет? Чудеса, как сказал зрак. Чудо. И да. это будет чудо. Ну, вы знаете, один э, святой в церкви да, очень четко сказал о чудесах. Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат нашим представлениям о законах природы. Očím spasíva. Ak máte naozaj chuť zamyslieť sa aspoň na chvíľu nad tým, že to, čo sme teraz hovorili, môže byť pravda, nemusíte tomu uveriť celkom. A hneď, tak skúste otvoriť svoje srdiečka a skúste nám aj napísať.